из репертуара группы «Кино» и ансамбля «Земляне», полонез Агинского, а также мировые хиты в звучании электроскрипки доносились со сцены Одинцовской библиотеки номер 1. Музыкальное мероприятие прошло в формате живого общения с залом, где у каждого была возможность задать вопрос артисту. Выступление молодой скрипачки вызвало интерес слушателей. В перерыве между композициями девушка без стеснения ответила на все. Я родилась в Москве, но выросла в Нижнем Тагиле. И там же получила образование музыкальное. Вот. А все началось с того, что у меня папа был музыкантом, у него своя студия была в Москве. И я решила свою жизнь посвятить музыке, как он. Репертуар юной исполнительницы отозвался в сердцах зрителей. Ее искренний рассказ о себе еще больше привлек внимание. Нелли с удовольствием поведала о том, как начинала играть на улицах города и почему выбрала для себя путь музыканта. Вот вообще игра на улице дала мне свободу, возможность путешествовать, не быть привязанной к одному месту, заниматься любимым делом. Ну и в принципе, я когда играю на улице, я стараюсь играть не только там то, что меня заказывают, а то, что я люблю. Сейчас девушка успешно выступает на праздничных мероприятиях. У нее появились постоянные слушатели. И как истинный профессионал своего дела, она стремится развиваться в выбранной профессии. Пишет стихи и музыку, работает над вокалом. Ее история доказывает, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Главное – верить в себя. Телекомпания «Одинцова».